Конкурс «Семья года» проходит в два этапа. В первом заочном приняли участие 23 семьи. Все они выполнили задание, подготовили фотоколлаж на тему «Семья и город. Растем вместе». Увидеть их работы можно в фотоальбоме, который размещен в официальной группе администрации МО «Котлас» в социальной сети ВКонтакте. Следующий этап очный пройдут только 5 семей. Определить их предстоит жителям Котласа. Для этого достаточно поставить лайк фотоколлажу той семьи, которую котлашане хотят видеть в финале конкурса. Это интернет-голосование уже запущено и продлится до 9 ноября. Итоги подведут на следующий день, 10 числа. 5 участников, работы которых наберут наибольшее количество ваших голосов, встретятся на очном состязании конкурса. Оно состоится 23 ноября в детском саду «Аленький цветочек».